такой вот торт. Вот такой день рождения у нас. Такая колбаса, которая, знаешь... Ну и по итогу дня рождения приехал мой братец. И день рождения. Одарил нас всех какими-то жутчайшими подарками. Тимох, вот как хочешь, так открывает, твое дело уже, ага. Тифуня. Леопард. Леопард. Короче, лайфхак для пап. Не умеешь завязывать косички, своди в салон. Тима, ну что, нафуфырились мы все? Нафуфырились! Короче, нам дико понравилось, и мы пришли еще. Но он же не один. Не Литлдэй! Блин, вот я так за такую штуку в детстве убил бы, конечно. Так, еще раз. Один раз, типа, если я нажал, и там Никита еще раз нажал, это можно так? Нет, только один. То есть один раз нажимать, один раз набирать. Миньон дробочих! Активнее ручками работаем, активнее! Народ, ну как вам? Как киноха? Как называется, помнишь, Мия? Ведьма. Ну, не так и страшно, да? Не, не страшно, даже. Да, крутой фильм, советуем всем. Так, всем привет. Конечно же, моя группа ВКонтакте меня не забыла. Официальная группа 1180111 ВК. Ребят, спасибо огромное. Это просто очень крутейший подарок. День рождения продолжается. Спасибо всем большое. Эх, конечно, соскучился я по Калининграду. И как же приятно сюда вновь приехать. Замечательный город. Задавать надо или нет, я не помню. Нужно.
Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, прекрасной. Да, и короткой. Кайфуйте от жизни. Классных вам ролей. Всего самого лучшего. Я вас поздравляю. Спасибо. Поздравляем! 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 Охренительно, я попал на день рождения. Охренеть, попал на день рождения, случайно приехал. Спасибо. Красава. Видите, денег нет, кризис, одной свечки поздравляю. Что сделать с ним? Это мне. А, это вам, понял. Я думаю, это можно как-то. Бро, с днем рождения. Слушай, спасибо. Спасибо. Кто мог подумать? Да, кто мог подумать. Давай, давай, дай пирог. Ай, красавчик. Илюха, меня не сожрет вообще, нет? Нет, она нормальная. Это девочка, что ли? Приехал Павел Валерьевич, испугался кошки лысой. До сих пор не может отойти. Демоны! Павел Валерьевич, слушай, а это вот это тебе сделано для того, что не знают, как тебя зовут, да? Это как Путин был с табличкой, да? Типа, ну, типа Владимир Путин. Если что. Угу, все знают. Ах, я не... А, все, ребят, он не фоткается. Извините. Всем пока. Просто... Павел Валерьевич, ты любишь лысые киски? Зверь. Кисуня. Кисуня. Понял, отъебался. Ну вот, наконец-таки, братец ко мне доехал в гости. Показываю ему тут свой стадион, ребята. Я ж вам так и не рассказал, какой у меня тут стадион. Смотри, какой стадион у меня. Все светится как днем. Да. Ну какова, братан, каково? Какова. Накормил, напоил. Все? Спать не уложил. Спать, ну, не уложил. Спать не уложил, но сейчас прогуляемся воздухом. Мы тут надышим свежайшим, свежайшим. Да. И будет у нас сон. Так что, ребята, вам тоже всем спокойной ночи. Обнял, поднял, заплакал, руки базуки, сука. Москвичи приехали. Слушай, да ты не ссы, они ко мне приехали пока. Чем-то, да? Я твоя навеки, все, эти глаза, забери меня. Там в очереди стоит, на вычистку. Я не гладил никто лет 10, наверное, поэтому только прикоснулся. Да, конечно, сын. Делаешь ты, нет? Ладно, все. Что-то Паше не очень весело. Выходи за меня. Паша, дело моего мужчины вымер. Опять к Артемию приехал? Опять он тебя в три шеи выперла? Так точно, маленькая Стена выперла. Какой твой идеал мужчина? Уфанов, ты от него бесконечно далек. Я замуж выхожу. Чего? За кого? Он жених мой чешет.
Я так давно тебя жду. Пойдем, пожалуйста. Меня? У меня ведро, я... Ничего страшного. Пожалуйста, пойдемте, я потом вам все объясню. 15 лет с того бегаю, никого кроме тебя не вижу. Выходи за меня, Артемий. Ошибку вы совершаете, девушка. Ему ведь кроме космической галактики никто не нужен. Представь, как будто бы твое желание уже сбылось. Мажора мы сделали, вот, к примеру, давай, кино, блядь, прям вот мажор в кино, художественный фильм «Мажор», и он уже создан, и его уже должна была быть премьера, и 21 января должна была быть премьера, но поскольку кинотеатры работают на 20% своей мощности, мы не хотим сейчас выходить, будем ждать, когда коронавирус отступит, и люди начнут ходить в кино. Не был маскарад? Руки, хамол. Ромео и Джульетта в моей постановке. Джульетту играл сам. Блатным западло было. Но, верно, яд есть на губах его. Тогда его я в губы поцелую и дать там подкрепление смерть мою. Да подожди ты! Охранник жив? Нет, слушай, постоянно газ забил, например, гримерку, пока я применял лишки. Ну, пришлось угостить. Ты чё? Не, четвером с пургеном, как волной смылый, блядь. Такое утро тратить жалко на то, чтоб видеть лишний сон, когда на свете есть рыба.